Hi everyone! Здравствуйте, шестой класс. Мы сегодня с вами начинаем новый раздел Drama and Comedy называется. И тема нашего сегодняшнего урока Films and Theatre. Фильмы и театр. I can talk about films and theatre. Я могу говорить о театре и фильмах. Итак, сегодня на уроке мы с вами должны познакомиться с новой лексикой, которая будет нам встречаться в этом разделе. Познакомиться с новыми глаголами, с их прошедшими формами. В этом разделе у нас с вами будет грамматические темы. Посмотрите внимательно. Language Focus. Past Simple. Прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. И Past Simple Questions. Прошедшее время. Вопросы. Итак, что такое Past Simple? У нас с вами есть табличка. И мы будем с вами его изучать, учиться составлять предложения при помощи наших табличек. Итак, но сегодня ваша задача познакомиться с новой лексикой. Поэтому в первом задании вы делаете следующее. У вас здесь даны глаголы в настоящем времени. Например, direct – режиссировать или управлять, переводится глагол. Win – выигрывать. Ваша задача найти прошедшие времена этих глаголов и записать их сюда. А найти их нужно вот здесь, вот в этом The Acting Game, в этой игре. Ну, например, у нас там первый глагол direct. И вы через черточку запишите directed, то есть режиссировал или руководил. Все глаголы здесь, которые выделены синим, они записаны в прошедшем времени. И вот он следующий глагол won. The film Titanic, фильм Титаник won, выиграл больше 10 Оскаров. Вы записываете won через черточку от win. То есть в первом задании вы записываете циферки от 1 до 9. Записываете глаголы в настоящем времени. Через черточку пишите в прошедшем времени. И через черточку пишите перевод. Например, первый глагол запишите режиссировать. Перевод можете писать только в настоящем времени. Win – выигрывать. А вот когда будете мне аудио записывать, вы будете читать полностью глагол в настоящем времени, в прошедшем времени, перевод в настоящем времени и в прошедшем времени. То есть, когда вы запишете циферки от 1 до 10, запишите все слова в настоящем времени, вот они здесь даны, найдете в тексте, запишите эквивалент в прошедшем времени и запишите перевод, записываете аудио и говорите direct, directed, режиссировать, режиссировал, win, won, выигрывать, выигрывал и так далее. Put on, ставить пьесу, у вас там будет следующее задание, put on глагол, это ставить фильм или пьесу, put on, ставить, put on, ставил. Здесь ничего не изменится, у вас найдете, да? И перевод скажете. То есть записываете настоящее время, прошедшее время, перевод и записываете аудио, как вы читаете все эти слова вместе с переводом. Дальше второе задание. Во втором задании у вас даны ключевые слова, которые нужно дополнить словами из рамочки. Это будет сделать очень просто, потому что я вам скину аудио, прослушайте, дополните. Напишите все эти словосочетания в тетрадочку от 1 до 6 и с правой стороны напишите их перевод. После того, как вы напишите их в тетрадочку, напишите перевод, так же самое записываем аудио, как вы их читаете и переводите. Например, I think the answer is B. Я думаю, что ответ B. Записали, перевели, далее записали аудио и отправили мне. Следующее, четвертое задание. А четвертое задание мы сейчас с вами сделаем вместе. Итак, запишите в своих тетрадочках число сегодняшнее, тему урока, пропустите две строчки. Вот она наша тема урока, фильм and theater. И напишите сразу же задание 4, страница номер 44, page number 44, exercise number 4. И записывайте словосочетания, которые я вам сейчас скажу. Вы потом их переведете в свои тетрадочки.
act a part. Обратите внимание, нам нужно взять одно слово с колоночки A, вот она, и соединить его с другим словом или словосочетанием с колоночки B. Итак, первое словосочетание act a part. Записываем и пишем через тире принимать, то есть играть роль. Дальше, следующее. Win an award. Win an award. Выигрывать награду. Следующее. Put on a film play. Ставить фильм, пьесу. Дальше. Go to the cinema. Через тире напишите перевод самостоятельно. Следующее. Direct a film. Direct a play. Обратите внимание, режиссировать пьесу. Direct a play правильно будет. Дальше. Watch a film. И последнее. Make someone laugh. Make someone laugh. Вот последнее будет переводиться как смешить кого-либо. То есть кого-то смешить будет по-английски make someone laugh. Итак, записали в свои тетрадочки, через черточки напишем, напишите перевод. Давайте проверим. Act a part, win an award, put on a film play, go to the cinema, direct a play, watch a film, make someone laugh. Вот эти словосочетания у вас должны быть в тетрадочке написаны, переведены. И точно так же запишите мне аудиосообщение и отправите, как вы их читаете и переводите. Ну, например, act a part. Играть роль. Все, отправили. И следующее. Все, ребят, на сегодня все. Сегодня задача ваша познакомиться с новой лексикой. У нас сегодня в основном вся работа идет с лексикой. Ничего сложного здесь нет. В первом задании, еще раз напоминаю, делайте это. Находите прошедшую форму этих глаголов в тексте ниже, там, да, в игре в этой. Записывайте, пишите перевод. Записывайте аудиосообщения, как вы их читаете, переводите и отправляете мне. Второе задание. Слушайте аудио, дополняйте эти предложения необходимые со словами, пишите перевод через черточку и отправляете мне аудио, как вы их читаете. Обязательно отработайте произношение аудио, я вам скину. Дальше. И четвертое задание, последнее, это вам нужно выписать словосочетания. То есть я вам уже их сказал, да, просто прослушать и записать под диктовку, перевести и также отправить мне аудиофайл, как вы их читаете и переводите. Итак, каждому заданию вы отправляете мне сегодня аудиофайл, не забудьте. В каждом задании все словосочетания и слова пишите с переводом, это тоже не забудьте. Итак, все, ребят, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 6 вечера.